Знакомьтесь, Русалина Полякова, выпускница Российского института театрального искусства ГИТИС, факультета актерского мастерства в цыганской группе под руководством заслуженных артистов Екатерины Андреевны и Георгия Николаевича Жемчужных. Закончила Вологодский педагогический университет по специальности юриспруденция. Руководитель группы цыганского танца «Вольный ветер». Здравствуй, любимая, дорогая и такая многонациональная и не похожая ни на один регион России, Вологодская область. Меня зовут Богатин Роман. Это наш проект «Свои да наши», где мы как раз и рассказываем о нашей непохожести и дружности. Вы давно просили меня в личных сообщениях пригласить именно представителя этого народа. И сегодня так совпало, что у нас будет не только содержательная беседа с представителем этого народа, но и знакомство с его культурой, обычаями и, чего уж там скрывать, красотой представителя именно этого народа. У нас сегодня в гостях Русалина Полякова, представитель цыганского народа и вообще вологодских цыган. Цыгане – народ, живущий во многих странах мира. Основная версия о происхождении цыган утверждает, что их корни – Северная Индия. Общая численность по разным оценкам от 8 до 10 миллионов человек. Русские цыгане являются потомками синти, которые пришли из Германии и Швеции, предположительно, сначала на территорию Смоленщины, входившей в состав Великого княжества Литовского, откуда в конце 17 или начале 18 века расселились по всей России. Где ты родилась? Вообще твои исторические корни. Вот вообще, откуда ты такая появилась на свет, красивая и не похожа ни на кого из моих предыдущих гостей? Можно сказать, я родилась в дороге. Ну. А почему? Потому что мои родители кочевали. Ну, как известно, в те времена цыганский народ в основном кочевал деревни к деревне. А так как у меня мама с Великого Устюга, отец с Вологды, и отец приезжал к моему дедушке не раз, останавливаясь, кочевая, останавливался там переночевать на какое-то время со своей семьей, и там присмотрел мою маму. Раз приехал, два приехал, ну, на третий свататься приехал. Ну, сосватались, потом свадьба, а потом поехали кочевать. Для цыган свадьба – одно из важных событий в жизни семьи, и поэтому денег на нее не жалели. Цыганская свадьба по традиции длится минимум 3 дня. Она полна обычаев, многие из которых дошли до наших дней из далекого прошлого. Заключение брака при помощи сватовства было наиболее распространенным явлением у цыган. На свадьбе может присутствовать несколько сотен человек. Начинается свадьба в доме невесты. Девушка, надев свадебный наряд, спускается потанцевать гостям. После этого кто-то из гостей переносит невесту в дом жениха, где уже накрыт свадебный стол для молодых. Для гостей накрыты отдельные столы. Первый день платье невесты белое, второй день невеста в красном платье. Отличительная черта бракосочетания цыганского народа – это то, что поход в ЗАГС для них не обязателен. Нужно лишь одобрение родителей и общины. Я в дороге появилась, можно сказать, и до 3 лет кочевала. А ты вообще помнишь что-то из того времени? Ну, что я могу помнить? Маленькая была. Ну, я не знаю, что-то. Что-то, какие-то отрывки. А географически-то они тебе рассказывали, где это произошло все-таки, вот, твое рождение? Ну, Костромская область. Костромская область, да? А где это? Ну, там, рядом. Город Солигалич. У тебя в паспорте что написано? Так и написано. Город этот? Город Солигалич. Что для цыган такое вот этот вот... Вот эти вот передвижения, или как вы называете, как это, качок? Зов души, наверное. Зов души, да. Скорее всего, зов души. Но почему? Вот они, я знаю, что, ну, не будем скрывать, мы делали много съемок с вашей семьей, и понятно, что до сих пор вот этот вот исторический объект, да, транспортное средство, оно до сих пор находится у вас на заднем дворе, и нет-нет, и папа все время на него смотрит, у него так это со слезинкой, он говорит, ах, мы сейчас. Ну да, ну у нас сейчас на данный момент в основном учеба. Учеба, репетиции, поэтому пока вырваться куда-то у нас нет возможности. Так у нас и коровы есть, и свое хозяйство. Но, конечно же, хочется.
Хочется вырваться, да, ну хоть мне было 3 года, но зов крови никуда не деть, поэтому у нас есть такая возможность поставить шатер, развести костер и хотя бы так отвести свою цыганскую душу. То есть это вообще как бы на генетическом уровне, да, вот мне заложено? Кажется, да, потому что от крови кровь не вода. Дорогие друзья, угадайте, где мы сегодня находимся. Многие могут подумать, что мы где-то очень-очень далеко приехали в поле, да, и нашли табор цыганский, самый настоящий. Но откроем маленький секрет. Это ближайший пригород нашей замечательной областной столицы. И у нас с Русалиной продолжается наш разговор, который мы проводили в студии. Так, Русалина, вот мы приехали. Здравствуйте, уважаемые зрители. Очень рада вас всех видеть в нашем таборе у нашего цыганского огонька. Да. Надеюсь, вам уютно? Ой, у нас вообще, да. Тут запахи, знаете, все это витает. Вся вот эта красота. Наш народ вообще загадка. Всем очень интересно и наше творчество, наше искусство. Многим интересны и песни, и танцы, и вообще цыганская жизнь. Потому что, ну, самый, наверное, таинственный народ – это цыгане. Это да, да. Ну, кстати, мы тут за кадром, когда общались, да, мы говорили о том, что цыгане бывают разные, да, тоже разных национальностей. Вот вы себя причисляете к каким цыганам? Совершенно верно. Цыгане есть в каждой стране, они абсолютно разные, но мы относимся к русским цыганам. И у нас у цыган отличаются языки, и наша одежда классическая, да, тоже отличается, и традиции чем-то тоже отличаются. Да. Но все равно мы цыгане, все равно мы едины. Как ты вообще пришла в творчество? Творчество? Наверное, я всю жизнь танцевала, потом запела. Занималась в вологодских коллективах. Ну, потом, когда я закончила школу, встал вопрос, куда же мне идти дальше учиться. Ну, всю жизнь танцевала, наверное, надо в творчество. Но родители мне сказали, что это не постоянно, что это ненадежно. Это, мне кажется, все родители по любых национальностей это говорят. И пришел вопрос, куда же поступать. Ну, мы поступили на юридический факультет. Скрипя зубы, я окончила 5 лет очного обучения. Но танцевать и петь я не переставала везде. Конечно, на мероприятиях, на концертах я участвовала. Потом позвонили в нашу филармонию из Москвы. Екатерина Андреевна Жемчужная. Искала она по всей России молодых цыган с образованием для того, чтобы набрать цыганский курс в ГИТИСе, на актерский факультет. Ну, так сложились, наверное, мои звезды, что я попала в этот круг. Она приезжала сюда, мы делали собрания, собирали всех цыганочек, которые у нас есть, цыган. Отбор, кастинг. Ну, в этот кастинг я прошла, потом были вступительные экзамены, и поступили на этот ГИТИС, на первый курс заочного обучения. 4 года мы отучились. Прям в ГИТИСе? Да. Ну, когда я еще училась на юридическом факультете, я создала коллектив. Цыганский ансамбль «Вольный ветер». Это была моя мечта. Народный цыганский ансамбль этнического танца и песни «Вольный ветер». Мои участники, мои ученики, которым я очень горжусь. Ага. Ну, что можете рассказать, какие вот у них успехи? Когда образовался вообще ансамбль? Ансамбль образовался 2012 года. Естественно, много уже поколений у нас сменилось. Ну, вот этот ковид, как и многие уже знают, что ограничения. Да. Перестал быть наш ансамбль. Разъехался, развалился. Но боженька дал, и мы вновь остановились. И вот мои новые ученики сегодня с вами у цыганского костра. Здорово. Но я же вижу по лицам, что это, ну, не цыгане, да? Не цыгане, дорогие друзья. Ни в коем случае. Я же вижу, что многие вот по лицам, это сейчас славянские лица-то. Славянские лица, дорогие друзья. У нас ансамбль этнического танца объединяет абсолютно разные культуры и разные национальности. И так как мы только начинаем вновь
выживаем, вылезаем, вновь вырастаем. Поэтому объединяются разные культуры потихонечку, подтягиваются. Ну, пока у нас в коллективе только русские. Уезжаю отсюда окрылённая. Просто вот лечу уже и, кажется, еще могу горы свернуть. Спасибо тебе, дорогуша. Спасибо, что ты даешь нам такую возможность прикоснуться вот к этой культуре, вообще к танцам, выброс адреналина, действительно, выброс всех эмоций, которые накопились в течение дня, какие-то негативные, там все, они в танцы все выходят. Здорово, спасибо. Спасибо. Хорошо. Я начинала ходить на танцы еще когда была в детском садике. Это был последний год, там весной, ближе к лету, было объявление, там танцуют цыганские танцы, там будут преподавать и что-то примерно такое. Ну, мне стало интересно, меня мама записала на первом занятии, все было очень хорошо, было много народу, и меня очень поразило то, что Русалина Александровна помогала нам. Она, то есть, нам пошагово объясняла все, редко на нас ругалась, а если ругалась, то только по делу. Она всем помогала, каждому подойдет, скажет, что он сделает не так, его поправит. И я хожу уже очень долго, и я вот не помню ни разу, когда Русалина Александровна на нас кричала просто так. И редко было такое. За дверь не выставляла. За дверь не выставляла. Это цыганское блюдо. Называется это фарба. Я вас всех приглашаю попробовать. Специфическое цыганское блюдо, именуемое фарба. Слово в переводе с немецкого означает «свет». Фарба готовится из крови животного, например, свиньи. Кровь варится в глубокой посудине с несколькими специями – солью, луком и небольшим количеством чеснока. Вот если это табор, да, вот по-настоящему, если представить, да, то есть это какой вот прием пищи, как он производится, вот если классический такой вот? Как у всех. Цыганки приходят из деревни. Ты сейчас... И стол накрывает. Из деревни приходят цыганки и накрывают стол. Так, кто готовит? Распределение. Мужчина, женщина. Что? Женщина, мужчина не должен прикасаться. К еде. К еде готовить имеет. К еде-то он сможет. А готовить нет. Мужчина нет, у нас не должен. Женщина готовит, девушки готовят. Да, классические блюда, вот какие вот, чисто цыганские, можно сказать. Вот. А все мясные? Все мясные. Ну, в основном это завелы и фарба. Вот завелы, да. Вот завелы. Это яйца жареные. Вот яйца жареные. Да. У-у-у. Нету тут ложки. Интересно. Это завелы по-цыганскому, но она вкусная. На сметане. Если мы говорим про классический цыган, ведь, ну, они же не животноводы, ничего. Где мясо-то берут? А мы выращиваем свою животину. Это понятно. Я говорю вот про тех, которые вот, ну, в таборах раньше. Кочевали, которые по деревням ходят и выпросят. А. Выгадают. Кусок мяса, кусок сала. Придут и изготовят. По поводу вот гаданий-то. Вы это как-то обладаете этим? А мы все цыгане ведь это гадают. Да? Все цыгане. Где вы цыган видели, чтобы они не танцевали, не пели и не гадали? Не гадали. Угу. Стереотип-то какой? А реально этому учат или это у вас как-то генетически это передается? Это с поколения в поколение передается. Передается, от, да? Старости, да, от старых. Распределение все-таки обязанностей в доме, да, у цыган как? Мужчина, женщина, вот расскажите. Мы ведь советуемся. Он по-своему ничего не сделает, я по-своему не делаю, то все вместе решается. Угу. То есть все как... Глава в семье – это взрослый человек. Угу. Ну, самый пожилой. Там дедушка, отец. То есть многие считают, что там бароны и все такое. Нет у нас баронов. У нас есть в каждой семье свой пожилой человек. А всем известно, что у цыган большие, там дяди, тети, двоюродные братья и так далее. Ну, вот самый взрослый это и есть, как бы, как у русских считается барон. Mm-hmm. То есть у вас это? Это у нас отец. Никогда не поступало тебе предложение там остаться, жить, работать? Конечно же, поступало и в Москву, и в крупные города приглашали, чтобы там остаться и
дарить людям свое творчество и построить хорошую, естественно, карьеру. Но так как мои родители здесь, мои корни здесь, и то, что я свою жизнь, можно сказать, посвятила своему ансамблю, я так просто бросить это не смогла. А вот эта вот привязанность к родителям, она всем свойственна или только тебе? Нет, это у нас заложено тоже. Любовь к родителям, любовь к семье. Это у нас заложено у всех семей. У цыган вообще принято оставаться с родителями, когда вот они уже становятся? Ну да. То есть, если, например, сын женится, он жену приведет к себе, к маме, к отцу, в дом. То есть нету такого, что вот они там отдельно живут. Ну, бывают такие исключения, но по колориту, как вот полагается, в семье они остаются в родительском семейном доме. И... Ну, у нас, например, как бы у русских сейчас, во-первых, ну, сейчас вообще, да и раньше, в принципе, было, что выпорхнул там из родного гнезда, и давай лучше сам строй свою жизнь. А у вас вот все равно я наблюдаю. У нас, в первую очередь, это семья. Почему вот мы самая загадочная такая нация, да, где вот мало что-то у нас рассказывается. Мы самые такие вот, семья у нас на первом плане. И нету такого, что вот там, если ребенок, то у нас он должен быть самостоятельный и все такое. Нет. У нас один за всех и все за одного. Вот такой лозунг цыган. До скольки вообще принято вот ребенка опекать? А всю жизнь. Почему нет? Понятно, что ребенок, когда развивается, у него сейчас собственное мнение. И иногда это собственное мнение, оно очень сильно влияет на родителей. Вот как у вас? У нас есть определенные законы. И эти законы вкладываются с молоком матери. То есть у нас не поперечат взрослым. То есть слово взрослого – это закон. То есть ни шаг влево, ни шаг вправо. Воспитание. А что вы делаете-то с ними? С кем? С детьми. Ну, или это прямо надо вот с самого начала? То есть? Ну, вот как у русских, да, есть определенные там законы. Нет, а, ну, обычаи, традиции. Обычаи, традиции, допустим, мы это назовем так, да? Ну, да. Ну, традиции, вот они, конечно, передаются. Допустим, девушка у нас не гуляет, и нигде не ходит, не бродит. Одна у нас нигде на улице там не должна показаться. То есть она или с сестрой, или с братом, или с матерью, или с отцом. То есть у нас тоже это передается по поколению. Ну, и тебя сегодня привезли, да, тоже. Это сложилось. Я понимаю, да. А вот воспитание мальчика как происходит? Ну, у нас мальчик – это хозяин дома будущий, поэтому там тоже определенные там другие обычаи, другие традиции. Когда мальчик может своей маме что-то сказать? Ну, вот есть мнение мамы, есть мнение мальчика. Вот какой возраст или когда вот он может... Его мнение станет больше, чем мнение мамы. Это еще долго. Еще долго. Потому что, ну как, получается же, я мать, да, вот у меня тоже сын, и я понимаю, что придет его время, ну, он тоже станет мужчиной когда-то, но он тоже должен понимать, что мнение мамы – это не пустое место. То есть как я воспитана, так и он должен быть воспитан. То есть у нас это передается по поколению к поколению. А вот расскажите, как вообще ваша семья попала в Вологду? Потому что Русалина так говорит, я в чулице. Я появилась у них только и все. Я до трех лет качала, но я уже ничего не помню, я же маленькая была. Ну ты как бы... Я до трех лет кочевала. Ух ты. Значит, и вы кочевали, да? Я и маленькая кочевала с родителями, и с мужем кочевала, и со своим ребенком. А где это было? Вот что вот? А это я сама с Великого Устюга. Муж вологодский. Вот так было, мне 27 лет, он сосватал, поженились, молодые, а все равно тянет кочевать. Запрягли лошадей и уехали в Великий Устюг своим ходом. Обалдеть. И кругом, еще как Кострому задели, он куда занесло. Он сватал, это как у вас, как вообще вот это происходит? Ну, то есть он выкрал, наверное? Нет, не выкрал, он не один раз приезжал ко мне, сначала посмотрел. Потом еще раз посмотрел, а потом приехал с родителями. А какой-то надо там Колым отдавать или что-нибудь? Нет, нет. У нас, когда сватают, наряжают березку. Ленточками, деньгами, конфетами. И
когда приходят с ватом уже, приносят березку. Если не место берет, это березка. Правильно я говорю? Ну, это правильно, это у нас, но он у меня зимой сватал, так что не было березок. Да, но судя вот по количеству ленточек, которые у вас вот на деревьях, Русалину-то... А это день рождения у нас был у ребенка. Это был день рождения у Рамзана, это муж. Вы в любой вот этой торжественной, да, какой-то случай, да, вы всегда наряжаете. У нас что-то наряжается, да. Откуда тяга к золоту такая у цыган? А вы знаете, что цыгане выходцы из Индии? А вы смотрели индийские фильмы, как девушки там наряжались? Да. Ну вот, оттуда все идет. Голодные останешься, а золото все равно должно быть. Цыгане могут быть ободранные, голодные, нищие, но не обязательно они носят золото. Все равно золотыми зубами увидите. Цыгане, когда отправляются в такие вот свои путешествия и отправлялись, они как-то между собой согласовывали вот эти моменты? Конечно же, согласовывали, бывают целыми семьями. Несколько семей объединятся и едут кочевать. Считалось, что вот как бы, ну, цыгане там воровали. Но, например, у моего отца вообще нету этих воспоминаний. Они, наоборот, относились... В деревне, вот в русской настоящей деревне был праздник, когда приезжали цыгане. Ну просто вот действительно это было событие, их ждали, к этому специально готовились. Им отводили лучшее место за деревней. Там был такой луг красивый и все. И его даже, ну, ничем не занимали. И даже в советское время там не проводили спасибо, потому что знали, что цыгане в это время приезжают. Ну ты представляешь? Что я могу сказать про то, что вот стереотипы о том, что цыгане там воруют и так далее. Ну, как в любой нации, есть хорошие и плохие люди, правильно? Ну, я как представитель своей нации, своим творчеством хочу показать, что в нашей культуре есть и те люди, которые занимаются хорошими делами. И мы такой же народ, многогранный, как все остальные. Однако легенда, распространенная среди цыган-христиан по всему миру, гласит, что когда распинали Иисуса Христа, проходящие мимо цыгане украли один гвоздь, и ноги Христа пришлось пробивать одним гвоздем вместо двух. Это уменьшило страдания Христа. Легенда гласит, что именно за это всем цыганам Бог разрешил воровать, и этот грех на них не ложится. Столь вот яркие наряды, Русалина, вот которые мы увидели, когда приезжали к вам в гости, я такие яркие наряды видел только, ну, я, может быть, мало и видел, но я видел, например, только в Испании, то на каких-то этих, прям праздник-праздник. То есть вот это вот яркое, вот такое все. Откуда это все пошло? Почему такая яркая одежда? Хотя, непосредственно, вы проводили очень много, как народ, времени именно в дороге. Как известно, в дороге лучше что-то там скромнее. Ну, это вот... Ну, как я уже говорила, цыгане выходцы из Индии. А в Индии пестристость, яркость, это уже тоже генетически заложено. Ну, вот, мы даже вот в обычной одежде мы тоже ходим ярко. Я не знаю, почему это складывается, но обязательно должно быть украшение, обязательно яркая одежда. Но это у женщины или у мужчин тоже? Женщин. Ну и мужчины раньше ходили в красных рубахах, в зеленых, ярких. Это тоже было заложено. Не знаю почему. Так исторически сложилось. А это проявление вот чего, как ты думаешь? Мы, например, только на праздники одеваемся как-то ярко. Да даже на праздники не всегда это происходит. Вот у русских. Но у цыган это не с праздником связано. У вас праздник всегда? А мы всегда... У нас нация праздник. Где цыгане, там всегда праздник. На любых праздниках, мероприятиях, разве это не так? Где цыгане, там всегда песни, веселье. Вспомните, если русскую литературу, всегда, когда русский человек хотел гулять, он куда шел? Цыган. Что касается вот праздника, у тебя когда-нибудь поступали предложения, например, выступить какой-то на празднике, спеть там? Разумеется, разумеется, я же занимаюсь творчеством очень долгое время, наверное, с младенчества, можно так сказать, очень давно, и на протяжении всей моей жизни, на все мероприятия, вот, которые у нас в Вологодской области и за границами Вологодской области приглашают на какие-то мероприятия. Показать. Такие большие, да, вот эти. И большие, и маленькие, всяческие. У тебя какая самая любимая цыганская песня? Хапарка, Цоха. Очень много, их сложно выбрать, очень сложно.
Джелем, кстати, наша Джелем – это наш гимн нашего народа. Цыганский гимн принят 8 апреля 1971 года на Первом Всемирном конгрессе цыган. Написан на основе народной песни «Джелем-джелем», что переводится как «Ехал я ехал». Автор слов – Жарко Яванович. Особенностью гимна является отсутствие четко установленной мелодии. Каждый исполнитель аранжирует народный мотив по-своему. Также существует и несколько вариантов текста, у которых в точности совпадают только первый куплет и припев. Все эти варианты признаются цыганами. Многие считают, что вот у цыган нету своего государства, ну, нету ничего, но у нас есть вся планета, потому что цыгане есть по всей планете. И есть целая планета, есть свой флаг, есть свой гимн. Вот красивая история. На самом деле, вообще, цыгане в этом плане не опередили время, потому что все вот теории, которые сейчас вот пишутся, и которые, скорее всего, мы перейдем в это, не будет ни государств, ни границ, ничего будет. Это когда мы уже совсем полетим куда-нибудь осваивать другие миры в целом. Ведь я так понимаю, ведь вот письменности как таковой ведь не было, да, ведь вот цыган-то. Письменность есть, но она тоже утеряна. А, утеряна, да. Утеряна, да. Ну, кто-то знает, кто-то не знает. Но мы в основном пишем на русском языке, ну, цыганские слова. Цыганский язык, индоарийская группа языков, является чрезвычайно сложным и активно изучается такой областью научного исследования языка, как цыганология. Интересно, что часть цыганского лексикона сумела проникнуть и в русскую речь. Такие слова, как «хавать», «лабать», «лаве», «стырить» можно услышать и в нашей русской речи. Какие еще есть вот праздники, которые вы отмечаете, ну, которые, может быть, есть общие, ну, понятно, государственные, там, Новый год, день рождения. Да, а вот есть какие-то свои вот прям праздники? Ну вот у нас очень яркое торжество – это Пасха. Это Пасха. Пасха, Рождество, вот эти праздники. Очень ярко мы их отмечаем. Есть какие-то отличия? Ну вот, например, если оно неделя идет, мы к одному в гости придем, ко второму, и так ходим целыми семьями, семья к семье. Как ты считаешь, вот цыгане гостеприимный народ? Сам... А как вы думаете? Может, вы мне об этом скажете? Нет, то, что мы получили, то мы получили. Нет, мы очень гостеприимный народ, даже вот, допустим, и если там человек где-то попал в беду, ну, всякое бывает в жизни, цыган мимо не пройдет. Цыган обязательно поможет этому человеку, не бросит в беде. Но если человеку, цыгану, что-то плохое сделали, то добра от него не ждите. Ну, вы отходчивая нация, или вы все-таки вот... Ну, вот, смотря, что сделаете человеку цыганскому. Что-то, конечно же, прощается, но что-то не прощает. А что вот входит вот в табу, в такое, что вот... Об этом я не могу сказать. Ну, поэтому... Потому что, ну, у всех как? Как я могу это публично сказать? Да, ну, то есть, вообще, у каждого свой допуск, или все-таки как бы вот есть какие-то... Ну, кто-то прощает одним, а кто-то кнутом. Сказки. Что я могу сказать про сказки? Вот цыгане раньше кочевали, это же они ездили по лесам, возле рек, а как же цыганки, да, вот там про медведей, про вот это все, вот про свой быт. Так и создавалась сказка. Вот, кстати, ты сама упомянула медведя, но вообще у цыган принято считать, что вы не только сами по себе, там, ну, верный конь, понятно, но у вас должен быть медведь. Вот когда мы к вам ездили, почему вы не показали своего домашнего медведя? Ну, я в лесу его не словила, к сожалению. Просто вас на самовыгуле, да, уходит и... Ну, как получается? Вот раньше же, опять же, кочевали несколькими семьями, да, вот этими кибитками на лошадях. И вот бывает, охотники убьют, да, медведицу, а медвежата останутся. Ну, а цыгане подберут, выкормят, и так медведь остается у цыган. А все вот считают, почему вот у цыган медведи? Именно по вот этой причине.
Ой, интересно. Это же не просто там цыгане идут ловить медведя, это им не надо. Я потому не знал. Потому что не пожалеют, выкормят, и вот так остается. Этот красивый штурит. Слин, ну вот бывали такие случаи, когда ты сталкивался, ну, такой есть у нас термин, да, дискриминация, или такое предвзятое отношение? Ну, с предвзятым отношением встречается цыганский наш народ постоянно. И в образовании, и в школах, и в медицине, и даже, если даже захочешь там куда-то устроиться на работу, то, узнав, что там ты представитель цыган, то там бывают какие-то ограничения. То есть это есть и будет. И будет, ты думаешь? И будет. Я думаю, что будет, пока мы не справимся с этими стереотипами. А что думаешь, это должно быть ну, как бы движение в двух направлениях? Или, например, только те люди, которые испытывают стереотипы, должны к тебе подойти? Или ты тоже должна движение туда? Ну, если как много... У нас сейчас вот девочек очень много, кто учится, кто старается, да, достигнуть что-то в этой жизни. Если мы будем биться, пробиваться сквозь стену, то нас заметят и посмотрят, что не все цыгане там плохие, и есть и хорошие, и, естественно, в других нациях тоже есть хорошие люди, которые это заметят и поддержат. Угу. Вообще, ты считаешь, что больше хороших людей? Я считаю, что намного больше хороших, чем плохих. Ты очень и говоришь оптимистично, и вообще в целом по жизни такой ты оптимист. Расскажи о том, как ты себя настраиваешь на такой положительный лад. У меня есть семья, которая мне дает позитив по жизни. Ведь и все наши корни именно идут от семьи. Все наше настроение идет именно от семьи. Если в семье все плохо, то и по жизни все плохо. Не так ли? И в работе, и в учебе, везде будет плохо. Если в семье все хорошо, то и по жизни все хорошо. Ну, просто, ты знаешь, я не... есть такое вот мнение, что некоторые люди просто убегают от проблем, да, проблема есть, особенно, как правило, ты говоришь, в семье, например, люди стараются больше, там, себя на работе где-нибудь занять, там, или там какие-то хобби уйти прям такие, которые требуют очень большое количество времени и уезда, самое главное. Но поэтому люди и уходят из семьи. Разве это не так? Ну, потому что они не стремятся... И уходят в работу, решать, и так вопросы, они уходят из семьи. А если в семье все хорошо, то и на работе будет замечательно, и находится время для семьи, которая семья тоже включается в эту работу. Достаток у цыган, это как вот определить? Вот когда ты поняла, ну, все нормально, у нас все хорошо. Кусок хлеба есть на столе? Здоровье есть у родных? Это самое лучшее, что может быть от Бога. Ну, вот так. Я не гонюсь за большими деньгами. Я не борюсь за большой карьерой. Мне это не нужно. Мне главное, чтобы моя семья была со мной. Вот это все главное. Хотя я вы, не знаю, что еще можно. Хотя у тебя все это могло быть, конечно, чудо. Хотя у тебя все это могло быть. Это все могло быть. И карьера, и творчество, и большие деньги. Я могла бы это все себе позволить. Но я сделала приоритет к семье. Таких людей я знаю, что мало. Может быть, кто-то посчитает меня глупой. То, что я неправильно поступила. Ну, а кто-то, если подумает хорошо, то, что жизнь дана одна, и жизнь надо провести с близкими для себя людьми, которые тебе дороги. Я считаю так. Если кто не согласен, ну, каждый волен думать. А что нужно делать для того, чтобы, ну, вот, быть счастливым, на самом деле, человеком, как ты считаешь? Принести людям радость, и радость вернется к тебе. Где твое место силы? Я черпаю свою вот энергию именно еще в танцах. Когда я танцую, я чувствую себя, как будто я в полете. Это просто какое-то такое необъяснимое чувство, и там я чувствую свою силу.